Тихий вечер опустился над водою, бригантина поднимает паруса. Пригласите же сегодня вы с собою друга верного Спасителя Христа. Пригласите же сегодня вы с собою друга верного Спасителя Христа. Пусть всегда Он будет вашим капитаном, в дальнем плавании направит путь ваш сам, чтобы вы в общении с Богом непрестанно к вечной пристани стремились, к небесам, чтобы вы в общении Богом непрестанно к вечной пристани стремились, к небесам. Штормы покоряются Ему. Скажет слово Он, и буря перестанет, если только обратитесь вы к Нему. Скажет слово Он,